банке. Вот этот поворот. Дай угадаю. Ты секретный агент разведки, который... Я эскортница. Еще раз. Девушка по вызову. Элитная проститутка. Ты очень симпатична. И могла бы зарабатывать в разы больше. Интересно. Предупреждаю в последний раз. Если не начнешь выплачивать долги, мы убьем тебя и твою семью. Пожалуйста, понял? Не надо. Я готова. Доча, спасибо. Я люблю тебя. Сестренка пропала. Гуляет, наверное, где-то, утром проснется. Послушайте, она не такая. Она всегда звонит, предупреждает. На этот раз она не звонила, и телефон отключен. Для связи. Фу, человек как лохушка. Так надо, давай свой. Но ты потеряешь, это уже прохавала. Брат Айнур Адиль пытается найти убийцу. А я вроде как помогаю. Извини меня, что я втянул тебя в сферу. Ты не извиняйся, я была рада помочь. А как ты от него скроешь? Скрою что?